Молодец. Нету той борьбы, которая была в Советском Союзе. Я вот вольно занимался. Вот сегодня ноги не проходят. Я вообще не понимаю, что это. И я, ну, то ли классика, сисамбль, то ли классика. Ну, я не помню. У меня друзья грекоримцы занимались. И там такое, ну, более это... Захваты были хорошие. А это просто некое толкание, я не знаю. Борьбы нет. Вот, да, вида он боролся, бился, да. Молодец, я согласен с этим. Это кубок, да? А это самое, ну что самое, ну повалил, видишь, повалил его. Это самбо, без подножки, не знаю еще. Давид Пахов, красавчик.